Необычные соревнования по плаванию прошли в спорткомплексе «Торпедо». Никаких ограничений, кроме возраста. В роли спортсменов себя попробовали пенсионеры. Мужчины и женщины серебряного возраста проплыли дистанцию в 50 метров. Причем участники могли выбрать любой стиль – кроль, брас. Некоторые преодолевали расстояние на спине. Кроме личного первенства, состоятся соревнования и среди команд. 5 команд местных отделений СФР будут соревноваться еще и в командном зачете, кроме личного зачета. В состав команд вошли по 4 человека. Это двое мужчин и женщины. Кто-то участвовал в подобных соревнованиях впервые, но большинство участников приезжают на первенство каждый год, даже из соседних городов и районов области. Плавал я со студенческих времен, принимала участие на соревнованиях. Потом длительный перерыв был и возобновила, когда уже пошла на пенсию. Да, тут я регулярно стала принимать участие, вот на область ездила. Ну, в своей возрастной группе занимал первое место. Как и в профессиональных соревнованиях, победителей и призеров определили по лучшему техническому результату. Они были награждены дипломами и медалями в каждой возрастной группе. А команды получили кубки.